Я никого не удивлю, если скажу, что это редкостный кусок говна. Но есть автомобили еще хуже, поверьте. А это только что вышедшая в свет Лада Гранта ждет конструктивной критики. И она ее получит. Посмотрите хотя бы на ее внешний вид. Уродливый, невзрачный, наводящий на странные мысли. Вот, кстати, ее создатель. Я бы ему не доверил собирать колорадских жуков, а он проектирует автомобили. Здорово. Ты что вообще делаешь на моем УАЗе? Да, решил прокатиться, черная машина привлекает, я крутая, люблю, да? Черную. Крутая, мощная. Короче, Максон, программа у меня сегодня Лада Гранта. И что, вот это вот? Какие предложения? Ну что, давай закатимся, только ты за рулем. Окей. То, что механика на русских автомобилях оставляет желать лучшего. Отрехай, отрехай. Ну что, норм, ёп? Поехали! В натуре на летней резине? Очень, да, на летней. Блин, слушай, ну ты вообще дурила. Тормози, падла! Ты вообще долбодур. Ты чё, картонный мужик, блядь! Вот ты дурила! Как ты вообще так можешь ездить? Просто... Тихо, чувак, с метлой идет, аккуратно. Блин, смотри, Супермен летит. Лох, повелся. А что ты ссышь-то? Что я ссу? Это что ты меня въебешь, а я не пристегнутый. Ну, пристегнись. Да? У меня нельзя пристегиваться. Ну вот видишь, у него нельзя пристегиваться. Этот уродец меня на своей машине, на моей машине вез в Егорис к себе. Блин, вот тут мы доехали вот эти 100 километров. За 30, за 45 минут, блин, или за 35, что-то типа того. 50. Я не могу. Что ты творишь, картонный уродец? Блин, пацаны, он мне сказал не ругаться, поэтому я не матерюсь. По правде, сейчас здесь кроме мата вообще ничего не было. Опять разворот, мать! Тихо-тихо-тихо, там человек. Не***й ты мент. А теперь настало время для дедушки Максима прокатиться на машине. Блин, я только что подумал, что это этот автомат. Одну педаль не увидел. Левый указатель поворота. Да я знаю, подожди, мне нужно зачесть. А, здесь еще так, здесь, короче, это... Как здесь это включается, просто ревер? Смотри. Ручник. Блин, а какая-то слишком это... О, сдаем экзамен. Сам стал гонять. Да как гонять, блин, это шняга. Итак, автомобиль прикольный, в принципе, управляется хорошо. Короче, я не знаю, что, ну вот она вроде едет нормально, я думал, будет гораздо хуже. Я думал, в управлении она будет, ну, хуже. Ну, вот так, честно, ну, вот на этой машине я бы, например, там, не знаю, в другой город бы не поехал, это точно. Макс, давай развернем. Да, блин, хер с ней. По спешке едешь. Да хер с ней, блядь. Хер с ней, блядь. Максим, ты едешь по встречке, но ты ну... пешеходов дальше. Ты хуже меня. Да нихера, просто ты меня слишком этот загоняешь в неудобные условия. Блин, дебил. Я вообще на механике практически не езжу, поэтому для меня это вообще... Дай! Вниз. А, и... о, блин. Так, давай. Аккуратнее. А что мы не едем? Потому что ты скорость не включил. Так ты же этот... А, вот, все, она просто выпала. О, теперь мы заглохли. Максим за рулем. Максим, как тёлка? Я нет, я просто на механике не езжу практически. У меня нету, мало опыта. Я видел. А? Да блин, я не привык ездить на этой шняге. Блин, что она вообще делает? Туда, туда в открытие. Это опять первая, Максим. Я знаю, а дальше она что-то не хотела. Видишь, что происходит? Нет, ты опять ее не включил. Вот я об этом и говорю. Ты просто воткни поглубже. Коробку сломал, эта машина учитель, у нее зарплата 30 тысяч рублей. Я прям не чувствую, как она там едет. Все, второй нет. Подожди, дай я. Ну, отпускай. Ну. Подожди, что за херня? А, ну ладно, я понял. Ладно, неважно. Я как водитель на вот такой... Я не могу сразу сесть в машину и поехать нормально, мне нужно привыкнуть к ней. Сцепление, шок, чувствуешь, как пахнет? Это то, ты пернул просто. Я не пернул. Это опять эта херня. Сцепление все сжег, ты тупица. Это ты сжег сцепление, я нормал все был. У меня все нормально получалось, давай, пока ты не пришел. Только не вставляйте там, где я полный лох, а то меня пацаны застебут. Я-то по правде езжу нормально, просто мне нужно к машине привыкнуть.
Ладно, короче, как любой водитель, который не очень, ну, как, короче, такие есть водители, которые, в общем, всегда все на машину водят. Блин, по правде, просто машина полная отстой, поэтому я на ней нормально ехать не могу. Так-то, в принципе, сел бы я сейчас какой-нибудь там, не знаю, Nissan GTR, у меня все гораздо лучше сложилось в этой жизни. Nissan GTR? Нет, но я думаю, что у меня гораздо лучше бы получилось все. Она не включается. Просто смотри, вот давай руку. Это какая? Глубже, да, вот. А. Такая.